Оперативники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции областного и городского управления полиции при содействии сотрудников СОБР Росгвардии произвело задержание 3 граждан, подозреваемых в организации незаконной игорной деятельности, а также 7 игроков, находящихся в нежилом помещении, расположенном в одном из домов Руинского района. В ходе проведенного осмотра помещения оперативниками обнаружен изъят покерный стол, фишки различного наименования, игральные карты. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрено часть 1 статьи 171.2 УК РФ «Незаконная организация проведения азартных игр».